Здарова, друзья, смотрим новое засмейки от Балтимор. Смеялся, подписался. 458 секунд на этот раз. Поехали. Какой Спайдермен. А здесь они чистые. Они были нечистые. Слушай, а что, длинные? Там был волос, лобковый волос, да? Главное, хорошо еще лобковый. А какой еще может быть? А еще и задний. О, а что, лобковый, по-твоему, лучше? Ну, задний-то ж вообще с шоколадом. Я не знаю, у кого какие. Шоколадом. А еще лучше, чтобы это было вообще не друга трусы. Это еще жестче. Это типа гравитация пока? Сыграй нам. Шедевр. Ух, бедненький. Вот оно истинное зло. Слушай, новый мем с попугаем. Очень часто вижу этого попугая. Да? Постоянно, да. Да? А кто это? Это рыба, куда это... Так она же сама виновата. Эволюция. Убежал. Я уезжаю в другой город. Я когда работал с вольным. Это Питер. О, ай. О, ай. Рюкзак держит. Он же еще пьяный был. Тогда и прям лицом вниз. Он же утонуть может. Я надеюсь, что кто-то поможет. Наверное. Что происходит? О. Флексим. Юрки кун. Какой пухлый! Это же прям как хлебушек. Посмотри на его габариты. Он реально крутой. Смотри. Он чешет попку. Классный. Слушай, как он успел уйти оттуда, да? Это его машина? Вообще все равно. Его машина. Наверное, не его. Он такой, а я у друга одолжил. Может, ты с такси поставишь? Все равно. Нужно с ним поговорить. Не важно, кто справа, а важно, кто слева. Ауф. Это что такое? В смысле? Труба протекает через плитку? А что, это тарелочки? Автомат тарелки? Серьезно? Они же будут падать и разбиваться. В чем смысл? Они же все еще одинаковые. Кто это сделал? Зачем? Я поняла, это антидепрессивный. Знаешь, когда люди, когда ссорятся, некоторые так с ума сходят, начинают бить посуду. Это вот для них специально. Они пришли, денежку кинули, и можешь побить посуду. Так им руку не дали, денег. Чтобы они рукой разбили. Ну, так бы... тоже. Тут за тебя да. Машина все делает, для ленивых. Экскаватор. Он чешет коту голову. Ух ты. Классно. Это система. Я видела видос, ты мне скидывал. Помнишь, там, где, короче, котик взял этот вибромассажер? Mm-hmm. И прям взяла его в лавке, обняла, сама в него чесался, он его массажировал. Это тоже типа такого, походу. Это когда ленивый хозяин не хочет чесать. Укусит. 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 Укуси прям за губы. Кстати, так и происходит. Это что было ранее, да? Ой. А куда он уронил? За плиту. Ну все, пир для тараканов. Он кричит, как пьяный батя, знаешь, такой... Тайничок! Какая система? Я думаю, так не будет. Слушай, реально страшно. Это же расплавленный металл. Знаешь, почему испугалась? Это же расплавленный металл. Да, да, он же капец. Это капец. Это ужас. Это ужас. Жесть. Этот человек еще выше. Пожалуй, сегодня вечерком не наберусь. День сегодня такой длинный, жаркий. От начала до конца полная хуйня. Да, чисто муд. Всего? Что, на мороженое мало, что ли? На. Все, вообще нихуя не получишь. Понятно? О.
покушал. Когда ходишь по магазину и долго ничего не берешь. Сейчас охранники подойдут, да? Охранники взломают. Стопудово. Кассир. О, показал. А ну-ка, а ну-ка. Да. Какой пузик. Ты перепутал. А, титаны. Все, я буду. Кот Титан должен был выйти. Кит! Поднялся, пошел жить жизнь. Что ты харишься, что ты дивишься? Это не кит, это кот. Так нет, кит это же по-украински кот. А как кит будет по-украински? Кит. Кот. Нет, не думаю. Поднялся, диви, яке бидло заспалося. Полетел. О, это было внезапно. Наверное, наебали. Наверное, да. Я не... Слушай, это же такое телосложение. Я подумала, там реально девушка. Да. Я не думала, она еще топлес. Кошмар! Кого-то уволят. Да. Какая мордочка! Я жду тебя, моя киска. Да, приходи. Нет, она не пришла на свидание, он приуныл, посмотри. Я заикаюсь западанием челюсти, и меня чуть не выгнали с экзамена. Ебать, мой лысый х... Это он уже себе там, наверное, несколько 15 минут назад там вылизывал, да? Или кому-то. Иди. Сова, беби. Я побила. Я побила. А что, она обгорела? Она обгорела, да, очень сильно, посмотри. Еще, еще у него кожа болит, потому что лицо очень грустное. Он еще издевается с красномордой макакой. Кожа, да. Грустно же. Ой-ой-ой. Это что, повторит подвиг? В озеро. Замерли прям. Смотри, и не падает же, да? А я, да, слушай, как будто их выключили. Это, короче, это новый вид. Это, короче, бомжи-андроиды. Они тут на пультик нажали, они в какой позе были, так и замерли. Еще один, походу. Нападение! Ой! Телепортейшн! Application. Смотрите, собака на самокате. О, это та же самая собака, которая косила, помнишь? Да, да, он стоял на косилке, ты же похож внешне. Это, похоже, один и тот же пёсель. Неужели настолько нечем ей заняться? Ну, это, конечно же, все смотрят, все такие в шоке. Что смыло? Переход смыло. Как его могло смыть? Снова эти люди в этих позах. Они ловят 5G, потому что... Ну как тебе нарезочка? Хорошая была, позитивная. Много животных, много коциков. Когда много коциков, мне нравится. Слишком много, прям уже много слишком животных делают. Да, да. Ты не угодишь, да. Нет, в смысле, мне нравится, но прям уже кого-то специально для нас делают. Вот, да, вот. Мне кажется, так все было устроено специально, чтобы мы посмотрели и посмотрели, поржали. В общем, если тоже понравились котики и... Видос. Прикольчики, да, реакция, если понравилась, то можешь влепить там лайк, да. И все, увидимся на стриме сегодня на Твиче. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.